Челябинец Евгений Кузнецов может пополнить сборную России по хоккею на чемпионате мира. Тем временем в регионе прошли соревнования по маунтинбайку. Подробности у Дарьи Шеведовой в обзоре спортивных событий. Челябинец Евгений Кузнецов может пополнить сборную России по хоккею на чемпионате мира. Бывший нападающий трактора, ныне игрок Вашингтон Кэпитал, закончил борьбу за Кубок Стэнли и готов выступать за национальную команду. Правда, пока приезд спортсмена на чемпионат не подтвержден. Сегодня утром по челябинскому времени завершилась серия между командой Евгения Кузнецова Вашингтон Кэпитал и клубом магнитогорца Евгения Малкина Питтсбург Пингвинс. Чтобы определить сильнейшего соперника, понадобилось 7 матчей. Последняя встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу пингвинов. В итоге из розыгрыша за Кубок Стэнли вылетели экс-звезда трактора Евгений Кузнецов и его одноклубник россиянин Александр Овечкин. А вот Евгений Малкин продолжит борьбу за главный трофей НХЛ. В финале Восточной серии его команда сыграет против Оттавы Сенаторс. Первый матч состоится 16 мая. А уже сегодня сборная России на чемпионате мира скрестила клюшки с Данией. Встреча началась в 19:15 по челябинскому времени. В составе нет капитана сборной, игрока магнитогорского металлурга Сергея Мазякина. Он получил травму во время игры с немцами и до сих пор не пришел в форму. Мазякин присутствовал на тренировке, но в качестве зрителя. На лед ему нельзя. Пятерки Мазякина заменил челябинец Валерий Нечушкин. Он впервые попал в заявку на этом чемпионате. Пожалуй, одна из самых красивых свадеб этого года. Защитник трактора Артем Бородкин женился. Его избранницей стала Ольга Назаркина. Главному событию в жизни влюбленная пара готовилась почти год. В итоге все получилось грандиозно. Вот Артем прилетает на место регистрации на белом вертолете. А вот свадебная фотосессия. Ольга делает снимки с настоящим львом – Моней. Девизом праздника стала фраза «Любовь пробила защиту». В оформлении свадьбы использовали несколько тысяч цветов. Свадебную арку высотой в 3,5 метра украсили хрустальными нитями. Их общая длина составила более километра. В числе гостей были родственники, хоккеисты, российский исполнитель Текила. Вип-гостю молодожены подарили майку черно-белых. А вот какой подарок Бородкину к свадьбе сделали их друзья. Под коньками тает лед, пятый номер рвется вперед. На трибуне родные глаза, значит надо идти до конца. Под коньками тает лед, пятый номер рвется вперед. Судьбы связаны кольцом, и сегодня мы весело пьем. Тем временем на Южном Урале состоялись соревнования по маунтинбайку. Это гонки на горном велосипеде. В них приняли участие около 100 спортсменов со всего Урала. Из Челябинской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Как новички, так и профессионалы. Они преодолели трассу в 5 километров, ездили по крутым спускам и извилистым тропкам. Первыми на старт вышли дети. Самой юной спортсменке исполнилось всего 2 года. Самому опытному гонщику 55 лет. Свои коррективы в соревнования внесла погода. Яркое солнце сменил снежный шторм. Размокшие спуски вынуждали притормозить даже опытных гонщиков. Среди юниоров лучшими стали воспитанники спортивной школы Копейска. Среди мужчин старше 19 лет награда досталась Алексею Жилякову из Каменска-Уральского. Среди женщин равных не было чемпионки мира по зимнему триатлону Татьяне Строковой из Свердловской области. Среди ветеранов спорта победу одержал екатеринбуржец Антон Пустовалов. А южноуральские тайбоксеры завоевали 9 наград на чемпионате и первенстве Урало-Приволжской зоны страны. Соревнования проходили в Сургуте. На ринг вышли более 150 спортсменов, представляющих 11 регионов страны. Они боролись за медали в нескольких возрастных группах среди юниоров от 12 лет, а также среди мужчин и женщин. Эти соревнования отборочные. Взрослые победители поедут на чемпионат России. Он состоится в июле в Казани. А юниоры попадут на спартакиаду учащихся. Она пройдет в Сочи в октябре. Южноуральские спортсмены сумели завоевать 9 наград. Это второе место в общекомандном зачете. Лидеры хозяева ринга и сборной команды ХМАУ «Югра». Почетную тройку замкнули спортсмены из Пермского края. Команда Южного Урала привезла домой 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. В Копейске проходит турнир по боксу. Он собрал свыше 100 участников из разных регионов России – Москвы, Ханты-Мансийска, Новосибирска. В принципе, вся Челябинская область тоже хочет, мечтает, чтобы турнир был международным. Может быть, действительно, юбилейный, замахнемся, сделаем его международный. То есть 8-10 стран должно приехать. А они приедут. Почетные гости, очень великие люди приедут. Турнир посвящен памяти Семена Хохрякова, дважды Героя Советского Союза. В январе 45-го года участвовал в освобождении города Пунслау в Польше. Особенно блистательная военная операция была проведена комбатом Хохряковым под городом Ченстаховом. Его батальон прошел с боями более 200 километров и освободил этот польский город, открыв тем самым путь основным силам советской армии на территорию гитлеровской Германии. Финальные бои боксеров пройдут в эту субботу. Победители получат звание мастера спорта.
Дарья Шведова, Александр Павлов, ОТВ.